Почему? Соперник сравнял. Футбол. Ну, у ЦСКА просто в этом сезоне прям тенденция, что он в последних минутах очень часто команды пропускает. Не знаю, затмение какое-то повод. Ну, что нужно сделать, что исправить, чтобы не повторялось такое? Надо работать, анализировать. Пока, видимо, не получается правильно. Поэтому работу над ошибками надо провести и не допускать ошибок каких-то. У ЦСКА впереди довольно непростой календарь. Две игры с «Зенитом». Ну что больше настраиваетесь, на кубок или на чемпионат? Мы не делим игры. Но важные, неважные. Есть же какой-то приоритет? Нет приоритета. Все матчи важны. Даже товарищеские. Сегодня играли против Руслана Безрукова. У него такой большой скандал из-за его шутки после матча с «Зенитом». Ты видел это? Да, видел. Что думаешь по этому поводу? Ну, думаю, его шутку просто не оценили. Ну, тебе понравилась его шутка? Ну, такая остроумная. Реакция, вот то, что много комментариев было со стороны людей, так скажем, не футбольных, там, экстрасенсов и прочих. Мне кажется, кто в футболе, в командах где-то там состоит, они его шутку поняли. Это как бы просто, ну, такой прикольчик, не всерьез. Почему у нас в футболе так не любят шутки? Не понимают, видимо. Чувства юмора нет. Какого в ЦСКА самое лучшее чувство юмора? Мойзеса, наверное. Почему? Что смешно, он? Смешно. Он на русском шутит? И на русском, и на португальском. А клички, может быть, прозвище кому-то дает? Дает, но это не для камеры. Ну, типа, например, Ноба назвал там пингвином, условно. Ну, чуть-чуть пожестче. Ну сколько пожестче? С буквой Х. Не надо, я все равно не скажу. Все? Все.